Welcome to Гомао. Добро пожаловать на станцию Гомао. Здесь находится бизнес-центр, самый крупный бизнес-здание. Центр находится именно здесь. Это торговые представительства. Ага. Еще. Самое высокое здание на до этого года считалось как раз таки вот там. Раз. Да, вот эти здания. Вот эти больше боковые, да? Вот это, да. 80-этажное здание вот торчит сопли. Угу. Но сейчас уже буквально за полгода построили новое здание, у которого осталось всего лишь вот эта крыша. Нифига себе. Построили буквально за полгода. За полгода? Даже если не меньше. Да. Офигеть. Это вот этот высок, который, да? Да, и теперь там уже не 80 этажей, как в том, а тут уже 140, насколько я помню. Не могу утверждать. Ничего себе. Сейчас в какую сторону мы пойдем? Пойдем все на 80-этажку, глянем. А, на 80-й этаж поедем. Выпьем самого дешевого там. Самый дешевый напиток — это пиво за 80 юаней. Но зато можно посмотреть на панораму. Обзор, да? Да. Все, ладно, ребят, сейчас идем туда. Вот это штаны, что это? Телецентр? Это да, Насколько быстро он поедет? Уже 64-й, что ли? Не, он сейчас быстро, наверное, его достигнет. О-о-о. Чувствуешь это, да? Ребята, уши закладывает. Уши закладывает. Ага. Правда, чувствуется, уши сложил. Ой, блин. Ну-ну, он скоростной. Ну да. Уж, 72. Вот 64-й проехали, сейчас до 72-го. Все, он все, приехали. Тормозит. Сейчас наверх подскочим. Ребята, съемка идет 55 секунд, но пока мы зашли, он мне пробил уши. О, да, отпустила. Ну, грубо взять, за минуту мы доехали до 80 этажа. Ага. Ну, в основном здесь заказывают здесь еду? Что-нибудь перекусить, да, там, либо выпить такой просто. Ну, пиво что будем брать? Посмотрим вообще, что есть. И все. Для начала надо удостовериться, стоит ли эти виды этого всего действия. Это 80-е. Здесь отчетливо видно то, что это здание, которая новая построена.
Все, пошли. Это что за машина? Юик. Юик? Да. Что означает черные номера, говоришь? Черные номера – это посольство. Посольство других стран. А у местных синие номера? У местных всех синие, либо желтые. Желтые у грузовиков, синие у обычных гражданских. Ну. У ментов белые, а у нас наоборот, да? У ментов синие. Синие, да, да, да. А у гражданских белые. Перешли мы дорогу под такой пробочкой. Тупо выставляли руки вперед. Ну тут как бы стоят все равно. Покажи, как надо. Вот так. Стой. Все. Делаем предупреждение. Да. Сейчас идем вот в эти. В это здание, телецентр, который по-простому называется штаны. Что там сверкает? Shell Helix фирма. Надо. Какая? Shell Helix. А-а-а. Светит бензином связан. Ну да, 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 Shell знаю. Про их архитектуру. То, что это просто как будто солидный чувак такой с бабочкой, ну там не с бабочкой, в галстучке. Естественно, все здания идут такой более строгом стиле. Угу. Не такие, как более абстрактные, абстрактный дизайн, который используется в других городах. Это такие, угу. Да, здесь в Пекине не такие высокие здания, они все идут именно под такой более солидный вид. В городах все в любом случае будет более ярко выражаться. Архитектура. Ярче, чем в Пекине. Поинтереснее. Ну, Пекин это все-таки так, столица. Столица, да, да. Так и должно. Они всегда вот так вот подогреваются. Они слегка сладкие. Вкусные они? Продаются почти везде. Не скажу, что прям вкусные, потому что это на любителя. Мне, например, нравится, я привык к ним. А кому-то... 3 юаня стоит, когда, да? Да, когда мясо вместе с этим... Когда мясо еще оно прислащенное, это не по-нашему как бы вкусу. Яйца. Давай я тоже возьму. Эй. Сейчас он будет готовить, да? Не, он просто напрямую воткнет и куда. Раз и все. А это без хлеба? Имеется, ну, без хлеба, да, вот так вот. Ага, все понятно. Что-нибудь еще пить будешь? Нет, не хочу пока. Воды просто. Воды? Ну, давай. Моли плаша. И еще пенал вот эти возьмем. Тебе приколола она? Это что? А, который я жевал? Да, да, давай, давай, давай. Ну, такая штука, 15 юань сразу же цена написана на пачке. Ага, все понятно. Ребята взяли чай. Тут вообще все по нулям. Белки, углеводы, жиры, говоришь, да? Да, да, да. Все, все по нулям. Это что жасминовый чай? Просто жасминовый чай, без, реально сваренный, без сахара. А сколько стоит такая? Стоит 5 юханов. 5 юханов. Пробую. Ваши впечатления, сэр? Я не скажу, что это чай. Это холодная вода со вкусом жасмина. Нет, нет, я понял, просто вот самого вкуса чая не чувствуется, вкус жасмина чувствуется. Прикольно, если бы мне не сказали чай, я бы сказал, что это вода с жасмином. Там жасмин положили, настояли, что-то такое. Ты не пробовал для сваренного жасминового чая? Нет. Ну, вот такого вкуса есть, такой вяжет немножко язык. Ну да. Жасмин. Так. Теперь пробую сосиску. Горячая. Горячая. Сладковатый вкус. Консистенция. Не навязчивый сладкий. Да. Консистенция плотная, не копченая. Но кто, допустим, был в Таиланде, во Вьетнаме, пробовал. Да вообще в отелях кто был, наверное, пробовали сосиски вот эти соевые. Здесь как бы не чувствуется, что это соя. То есть поплотнее. Я бы сказал, мясо тут есть. Да?
А кожуру выкидывать надо, что ли? Не, можно есть. Кусая у меня привычка такая. Прикольно. А сладкое, ну почему? Что-то добавляют? Да, да. Или мясо это... само по себе такое сладкое? Ну, смесь уже готовая такая ее. Вообще китайцы частенько вообще в любое блюдо почти добавляют сахар. Mm-hmm. Изначально сахар. Блюдо. Mm-hmm. И даже когда ты мясо, которое долго там варили в горшочке, в него также могут добавить немножко сахар, ты этого даже не прочувствуешь, но оно будет выделять как-то вкус других веществ, ингредиентов. Понятно. Вкусно. Яйцо, оно внутри темное, да? Немножко так выглядит. Потемневшее, да, пропитанное. Варит в чае соевым соусом, потом их трескают. Вот они вот такие сначала проваривают, почти полностью проваривают, и аккуратно между собой их бьют, чтобы они потрескались и весь вкус впитался вовнутрь. Вовнутрь. Пробую. Едят в основном на завтраке. Ну, кажется, что особо. Кажется, что соленое? Да, уже чувствуется. Да. Соль чувствуется, но это соевый соус, то, что здесь, да? Да. Да. То есть солить не надо. Угу. Я еще обязательно покажу вам черное яйцо. Скажу на вкус. Какое. Сколько яиц стоит? В основном 1-2 юаня. В зависимости от места. Одно яйцо? Да. 10-20 рублей одно яйцо. Итак, хотел задать одну такую загадку ведущему, который... Маню. О складе ума. Делится на азиатский склад ума и европейский склад ума. Какой же у вас? Так вот, задается три слова. Автобус, поезд и рельсы. Ага. Какое слово из них будет лишним? Например, для вас, Радмир. Автобус, поезд и рельсы. Ну, наверное, автобус. Потому что поезд, рельсы, это как бы... Поезд едет на... Чем они по сказали? Рельсам. Автобус едет как бы по земле. По асфальту, по дороге. Да, да, да. Так вот, у азиатского склада ума больше будет как раз-таки автобус и рельсы. Это почему? Отвечает больше за, сейчас скажу, коллективизация. Потому что все, ну, вместе связано. То есть надо, чтобы все присутствовали в этой структуре, чтобы все было. А европейский склад ума именно больше за личностные качества, где будет отделяться то, что... Это оба именно транспортные средства, угу. но не взаимодействующие между собой. Вот так. Короче, ты понял, что у меня европейский склад ума? Нет, у тебя получилось то, что азиатский. А, нет. То есть ты больше коллективизации. Нет, но я отделил эти автобус. Я оставил рельсы и поезд. Автобус для меня лишний. Ну... Взаимодействие – это и есть коллективизация. Это было, это у азиатов принято. А-а-а. Чему учат? Более личностно. Короче, у меня азиатский склад ума. Да. Вот. Ребята, дошли мы вот до этого высотного здания. Смотрите, как строят. Китай вообще поражает своей урбанизацией, скоростью застройки. Угу. И вот это CCTV здание. Сейчас спросим, попробуем, можно ли сюда попасть, нет. Пошли. Ребята, узнали, вы это данный телецентр, вход только для сотрудников. Можно туристам посещать другую телебашню, там шпиль находится. Ребята, вот видите, он заколебал, мне что-то несет херню, говорит про небо и землю, да? Небо и землю, да, соотношение, что-то еще. Переведи, чем говорит. Говорит, ты меня понимаешь или нет, я же тебе... По-нашему, по-китайски говорю. Раша турист, ай Раша турист. Люси, Люси. Люси турист. Очень хорошо. 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 Есть, есть, хорошо, хорошо. Солнце ярко. Солнце яркое, да, да, да. Замышляю. Говорит, я только знаю, только несколько этих слов учил. Очень. Очень хорошо, солнце светит ярко. Очень хорошо, солнце.
Только вот это очень хорошо, я больше ничего не знаю этого. Потому что, говорит, мы в те времена не учили английский язык, мы учили русский язык. На те времена с СССР, Гансулия, Гуансихао, с СССР были хорошие отношения. Да, да. Но сейчас российское же хорошее отношение, Китай и Россия. До сих пор еще Чунго с очень хорошим отношением. Говорит, эти две страны, это всегда будет замечательное отношение, да, да. Потому что похожие взгляды. Да. Хорошо, хорошо. Сессия. Я. Сессия. Ну вот поговорили о политике немножко с местным китайцем. Надо, если интерес к моей продукции, там он что-то продвигает. Он хотел, короче, что-то продать нам. Из-за этого решил поговорить с нами, да? Возможно, да. Ну иначе зачем так подходить? Да, да, да. Нет, это предпринимательская жилка. Это точно. Есть в каждом китайце. Сейчас торгаш, да. Ребят, сейчас мы возьмем велик и поедем в парк. Да? Да. Сейчас покажу, как велик тут надо брать. Так, ты давай. В общем, открывай специальную программу, да? Приложение Ofo. Угу. Все они здесь, ну, есть разные фирмы. Это одна из первых. Это показывает, вот, где стоят велосипеды, точки были, да? Да, там ты были показы. Что? Я просто считываю код, ага, сканером. Он пишет мне код от него. Введите код. Ага, два, три. Три, четыре, четыре. Замок. Замок открылся. Да, в основном он автоматически открывает, угу, но в этот раз, видимо, чуть заел. Угу. Все, можно ехать, по идее. Потом, ну, он только спишет, когда ты его закроешь, он спишет с тебя один, максимум 2 юаня. Ну давай, доедем, потом посмотрим, покажем, как это делается. Так, теперь мне велик берем. Да, сделаю небольшую хитрость. Давай. Я типа как бы закрываю, типа я все, больше не буду пользоваться. Он просит, подождите 9 секунд, 10 секунд. Угу. Замок. Они заканчиваются и просят меня закрыть замок. Но я на самом деле этого не делаю. И он остается открытым. А система думает то, что он закрыт. Закрытый. Да. Я подтверждаю закончить использование. Он снимает с меня 1 юань. Угу. Но он остается открытый. Я могу им хоть сколько пользоваться, хоть где его взять, хоть где его бросить. Угу. И также открыть второй байк. Второй велик. Да, давай. Пожалуйста, берем второй велик. Давай вот этот. Также сканируем. Сейчас даже есть проще система. Он просит, откройте Bluetooth. И он сделает это прям дистанционно, без ввода кода. То есть не надо водить, ага. Наверное, открылся. Все, ладно, мы поехали.